В северных районах Якутии продолжаются погодные аномалии. Уже несколько дней на севере республики выпадает много осадков. Все это сопровождается метелями и шквальным ветром. Об обстановке в Момском районе расскажут наши корреспонденты. В Момском районе весь октябрь идет обильный снегопад, порывистый ветер. Выпало 3 месячных нормы снега, 30-50 миллиметров. Режим чрезвычайного положения не объявлен. Мы совместно с органами Пошнадзора, с администрацией района, с администрацией Наслега были проведены полностью. Все котельные запущены, соответственно, дизельные электростанции, под нагрузку их поставили, они более часа проработали, что было заактировано. Все акты у нас на сегодняшний день готовы, были отправлены в государственное санитарное предприятие, в ЦДС, в администрацию района. Соответственно, полностью 100% резервных источников питания у нас на сегодняшний день находится в исправном состоянии. Снега выпало в этом году очень много. Зима выдалась очень ранняя, многоснежная, теплая. И, к сожалению, у нас еще наши водоемы, речки, озера не замерзли. Все Наслега района обеспечены продовольствием и нефтепродуктами до начала устойчивого автозимника. В районе создан оперативный штаб по проведению зимовки. Евгений Слепцов, НВК Саха, Момский район.